это не вам. Сереж, да. На, это самое. Это я отчет перед да. Розой. Это с Германии прислали, Ольга. Это лирику. Там эти вот эти вот трубочки. Или как да. они? С колбаски. Я почему сразу все не отдаю? Потому что, ну, неинтересно. То отдал, он съел, потом опять отдал, передал. Как бы, ну. А когда все отдам сразу, ну и. Попробую. Все надо это. И ты тоже будешь пробовать? Попробуем. А что, ну есть же рекламу делать. Ой, да, мы с пивом, помню, там что-то там закуску и собачий корм поели. Ну, это было еще мне лет 20 или 30. Давно было? Ну, что там лирик, расскажи. Да как, нормально. Уже соседку матюклевыми матюками. Да? Да, отматюкал. Отматюкал. А что она там, соседка? Не знаю, что там гремело. Гремело. А так нормально, бегает, котов гоняет. Ну, в общем, он в своей стихии, да? Ну, да. Ну, а тот переживает, думает, он там долго не проживет, он там ослепнет, он там, ну, что-то пишет всякую ерунду. А больше всего, Сереж, меня насмешили, знаешь, что я сейчас тебе расскажу. Этот, написал одна комментарий. Лирик, он вас всю жизнь охранял, он для вас жил, думаю, а вообще-то с него охрана, да, сильная была. Он, да он постоянно, я прихожу, он меня встречал. Бульдоги не встречали ни разу. Ну, нет, ну охрана какая? Что тут охраняет? Тут такой забор. Нет, она так пишет, что он прям всю жизнь меня охранял, что это прям сторожевая собака. Да он, знаешь, как охранял? Он кидался на людей и лизал их. Вспомню, как этот Иваныч приезжал, помнишь же тогда? Ну, этот. Не, ну он чаще, если машина заезжает, он сразу метит. Ну вот, вот это его охрана, да, пометить, обоссать колеса, повилять хвостом, лизнуть кого-то там. Причем откуда у него это бралось, на все четыре. На все четыре, не говори, блин. А я ж сколько раз его ругал, говорю, перестань колеса обсыкать, перестань. Говорю, не вздумай, он только, а я не вздумай из окна, постучу, он тогда уходит. Ну, ой, Сереж, знаешь, что пишут? Одна написала, говорит... Понятно, что лирика любят многие, все. Я не спорю, и я люблю лирика, и ты любишь. Ну, вопросов нет. Я не, расстался не потому, что он мне там неприятен или что. Просто, ну, и даже я скажу, не сколько из-за бульдогов. Они все равно будут драться. Жорка приедет, будут с Марсиком драться. А потому что лирика жалко, что могут вот так вот, не будет нас дома, тебя и это. И они его загрызут, и все, и никто не спасет. Вот это вот. А пишут всякое. Пишет одна, что вот ваша Мирка только и делает, что ест. А я думаю, а лирик что делал? Плясал, да, или танцевал, или песни пел, или вообще что, на велосипеде ездил. Он так же тоже ел, как и все остальные. И в укор делает, что ваша Мирка только ест, а лирик что? А лирик, значит, Святым Духом питался. Не ел ничего, а выступал на сцене, как говорится. Купался в свое удовольствие, ходил. Пирожки ты ему, кстати, ты ему давал, а этим не давал пирожки. Вот, поэтому лирик в более в таком, как сказать, ой, в комфортном состоянии ага, жил. Я ему сосиску дал, я думал, он его как борщ закопает. Не, я съел. Съел, да? Один раз слезнул и все. Вот так, вдохнул. Вдохнул. Ну, главное, что он не на цепи, что он две будки имеет, что он, видишь, какой... Богач. Ну я же говорю, олигарх. Да, у него что там еще? Миска, а где ж миска? А то там, я же тебе передал миску эту его. Там она стоит, да? Да, я ему кушать туда дал, борщика налил ему. Он ее начал закапывать. Миску закапывать? Да, полностью закопал ее. Лирика. Вот у него привычка. Он, я... да, так ни разу, я да ты где же спрятал? Я это самое смеюсь на него, думаю, он лирик же, да, стихи пишет и закапывает под деревьями. Как-то там кто-то из подписчиков написал. Ну, что он сейчас там? Чувствует себя хозяином? Да такое ощущение, что он там и вырос. Такой же. Ну вот, представь, что собака, конечно, когда. Я знаю, собаки грустят. Хозяин уезжает, там они хвост поджимают. Понятно, если бы я отдал незнакомому человеку, ясное дело, он бы грустил бы и там бы была бы трагедия, не ел бы, да. А человеку, который с ним 9 лет провел и больше, чем я, если я с ним в общей сложности провел, ну в день 10 минут, то ты 8 часов, разница, конечно. Ты для него папа, не я.
и он обрел, в общем, короче, как сказать, лирик, на пенсию пошел, и там у него этот самый, что у него там, дача, да, получается. Теперь этот, Сереж, может, как-нибудь приведем его здесь, походит он, ну, чтобы показать зрителям. У меня драться не будут теперь. Я боюсь, могут, да. Потому что Жорик, сколько они с Марсиком жили, ни разу не дрались. Как только он в Краснодар уехал, с Краснодара он приехал, уже все, на него... Ну да, да, они приписку ему дают. Это ты прав, да, Сереж. Приписка сразу же идет. Это, я поэтому и боюсь. А закрыть их, изолировать? Ну, посмотрим, может, я их закрою в гараже, там, вот эту дырочку подопру чем-нибудь. А его это, да? Ну, летом уже тогда. Чтобы он сам тогда, без них. Или с кем-нибудь, с одним. Хотя Рада на него кидалась тогда, помнишь? Ну, да. Кидалась. То сначала дружила там, все, он ей там хвост под хвостом вылизывал. Ну, она двухсторонняя. Да, да, вашим-нашим. Ну, тогда сам походит, да. Он прекрасно себя и сам чувствует. Так что на лето, если что. Ну, давай, Сереж, точи, а то я тебя отвлек. В общем, передай тогда лирику. Ну, и ты снимай ролики там хоть иногда, ладно? Как он там хвостиком машет? Как там вкусняшки ест? Чем дышит там? С котами, ты говоришь, познакомился, да? Да, он уже, ну, на соседских еще гавкает, а на своих уже внимания не обращает. Уже все, уже друзья. В общем, там ему не скучно. И чего ж там у вас одна собака есть, да? Ну, да. О. Ну, там собака побольше в два раза. Ну, понятно, что побольше. Ну, подружатся ж они? Не знаю, надеюсь. Ну, я думаю, со временем принюхается это и будет у него там друг. Я давно говорил, что лирику нужен друг. А если была подруга, еще было бы лучше бы. Ну что, ну давай, точи. Вот такие дела. Понятно? Что? Что скажешь, Мирка? Пригласим Лирика в гости, а? Мальчик, пригласим? Ну, летом, да? Только вы будете в гараже сидеть. Я вас закрою. А Гаву к этому времени вынесем. И будете вот тут сидеть, на этом месте. Понятно? Вот такой вот он несчастный. Вот он прыгает. Сосиску хочет. На тебе. Я не удивлюсь, если... Не, странно. Прятать не пошел. Он ее тут же приговорил. А там еще один гавкает. Че, еще хочешь? Он ее проглотил и не заметил. Лирик. Лирик, помаши хвостом человечеству.